Недавно мне посоветовали поиграть в стратегию с уникальной красочной графикой Норды. Все земли вокруг — это твоя добыча. Грабь их и захватывай замки. А чтобы тебе было проще победить врагов, мы создадим клан для моих подписчиков. А еще здесь каждый день раздаются крутые подарки. Ссылка на игру под видео. Регистрируйся, прокачайся выше 15 уровня и вступай в клан героя Ютуба. Эгэгэй, всем привет, всем доброго негра, с вами как всегда Филиппин, Такс Кофе и это, господа, GTA 5. Здорово, ребята, для вас сегодня у нас необычный мод. Футбольчик, ребята, всем привет. Так, Олежа, где? Так, в смысле, где, подожди, опа. Ой, прыг. Так, самый главный, тихо. Хорош, смотри, он где остался, Стоп. Нам нет, нужно подождите. Забить. Вот эти нам машинкой. Нам нужно забить, я понимаю. Да. Забей хрен и играй. Не-не-не-не-не! Да! Слышь ты! Да! Это гол! Это гол! Отлично! Первый гол за нами, ребята. Да, друзья, это новый, как вы видите, режим. Очень интересный, созданный Rockstar. Очень нахрен интересный, потому что у нас поражение. Вообще интересный мод, я не могу, хотя вас больше. Учение этого режима, господа, поэтому надо сначала немного... Ну, вы понимаете. Мы вообще, на самом деле, первый раз только запустили, ребята, поэтому мы сейчас вот так вот просто, не знаю, у нас глаза разбегаются, мы еще понятия не имеем, что это такое. А если бы мы не первый раз запустили, мы бы, наверное, тут справились, да, хотите сказать? Не знаю, это так. Подождите, вы хотите, подождите, я на пальте, ёпти в кассу. Вот, теперь, Лёха, надо, получается, пересечь эту черту. Я знаю, что мне нужно сделать. Я человек, который все быстро схватывает на лету. Блин, да, на лету. Всё. А и подожди. На лету захватишь тоже и сразу начнешь. Погнали. Так, вы в команде. Давай, всё. Тактика, это регби. Так, регби. Я тебя прикрою сейчас. Ай, пропустили, блин! Нет! Так это лол! Подожди! Я просто поехал! И просто смотрю они на синих. Я такой, ну вправо возьму, чё. Ай, капец! Меня сейчас обманули на самом деле. Без единого столкновения забил мяч. Я мастер уже с первых секунд. Просто понимаете, панцы маленькая машинка. Пьяный мастер, Лёша, пьяный мастер. Отвалить, это прошлая серия была. Я вообще кофе пью, сижу. Ганнибализм, между прочим, если я пью кофе. Ну, это если бы Олег пил кофе, это бы был ганнибализм. Ну да. Ладно, так, по-моему, я. Стоп, пожалуйста, только бы я. Блин, так я же был рядом. Ладно, не я, панта. Но нам нужно опять панта. Вам забить. Это панта, это панта. Это панта, это панты. Не смотри, где я, лучше смотри, где ты. Так, вот, ну все. Девиз этой игры. Что-то мне кажется, что мы его сейчас забьем, смотрите. Вот отвечаю. Так, вот сейчас... Лёха, подожди, стой лучше на самом начале. Потому что они сейчас все уедут, наши челы, а вот. Так, опа, тихо. Держи. Ой, хорош, давай, Дима, проезжай. Меня зажали. Гол. Меня очень сильно зажали. Наша команда выигрывает. 2-1. Ну в чем прикол? Смотри, тут очень легко на самом деле забить. Нужно больше игроков, больше экшена. Понимаешь, тут максимум 8 игроков. Да. В общем, Максим, тактика у нас с тобой будет простой сейчас. Мы просто берем и летим в наглую на этого чувака. С моста его бросить очень легко. Очень легко. То есть это будет ничья? Подождите, это будет ничья или победа засчитается за вашу сторону? Я не знаю. Просто... Нет, это будет это проигрыш для нас. Для вас? Ну вот давайте сейчас посмотрим. Нет, я вообще за красную команду. What the fuck? Опа, Максим, я с тобой в команде. Я за синюю, Давай, все, Макс, просто перехватываем. Давай, план перехват. Давай, все, просто. Не, я за Лешу, ты че? Я как бы сейчас тебя, наоборот, тебя буду сейчас. Не. Подожди, а почему Максим у нас... Ладно, Алеша. Все, давай. Опа, тихо! Блин! Перехват! Да как он так? Просто! Да это вообще лол! Это невозможно ее остановить! Он еще так долго забивал, что за фигня? Ну, что-то подлагивает немного сессия. Ну как? Просто она маленькая, резвая, она очень. Вот маленькая, да удаленькая, как говорится. А с Олегом все, две линии, так скажем, столкнулись, соприкосновение, блядь, произошло. Не, так в этом ты и фича, что здесь нужно разрабатывать тактику. Тактика. Нужна тактика, поэтому, блин, тупо на таран ехать, и, как говорится, любой сможет, поэтому тебе нужно как-то уметь уворачиваться от всего этого. Не будем. Ну, сейчас посмотрим, а просто ргнём.
Что? Приятного аппетита, господа. Оу, я. Это не негр аппетита. Так, блин, опять за красную команду? Да чё ж такое-то? О, я за красную команду. Да вы гоните. Да мы все время, походу, будем в разных командах. Почему господа? Я просто с одним челом, сука, с одним. В смысле с одним? Подожди, нас что, пять или что? Я на пати. Нет, нас четверо, нас один ливнул, видимо. А, видимо, один вышел. Ну ладно. Олег, давай тактика. Давай. Есть у меня тактика одна. Тактика нормально. Так, опа! Воу! Давай! Нет! Ой! Сука, она нормально так толкается, слушай. Ай, стой! Отлично! 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 Давай! Ох! Почти же! Он уже без дверей! Так, давай! Она взорваться может так-то, кстати! Нет! Он проскакивает, сзади. Не проскочит. Дима, что ты творишь, ублюдок ты саный? Сам же меня зажимает. Давай. Нет. Олег, защищай. О, в смысле? Он обманул. Вот, я должен был его застопорить, но... Просто лось. Я просто взял его, чпокнул. Ой, Максим, чпокальщик, что-то очень быстро раунды. Ну здесь тогда. Нам надо хоть один раз сделать так, чтобы команда не забила мяч. Капец. Вот интересно, кого из нас перекинет, меня или Олега? Я хочу... Знаете, что я абсолютно вот буквально один, просто против всей вашей команды взял... А ты на панта был, Максим? Я был на панте, у меня мой... Я думал, ты не на панте был, если бы ты был на панте, я бы постарался. Так опять на красную команду, да дайте мне хотя бы раз панту-то. А я за синюю. Да что ж такое-то? Я почему-то все время за красных. За красных... Подожди, стой. Так, на самом деле игра делает все правильно. Она меньше оставляет игроков нападающих, потому что... Вот, и больше оставляет в красной команде. Так, ну тогда все. Господа, поэтому давайте. Подожди, а кто нападает? О, Лех там виляет попкой своей. Опа! Да кто свой? Ну, Дима, ты что делаешь? Нет! Я просто тактически обманул вас. Жестко ты сейчас обрехался. Да это вообще бред какой-то, я не знаю. Невозможно, в эту панту вообще невозможно. Это нормально, мне очень нравится данный мод. То, что он играется легко, непринужденно, очень быстро. Не бомбящий такой мод. Очень быстро, мне не нравится на самом деле, но... мне интересно. Есть какой-то, знаете, изюминки, потняшки вот этого хардкора. Вот да, нету реально такого. А потняшки там мне не хватает. Да, я чувствую уже, как мне не хватает. Да, опять красный. Я опять на панте, ребятуль. Чувствую, у меня все время будет бомбить, потому что я все время буду за красную команду. Вот хоть у кого-то бомбить будет сегодня. Капец, это вам не гоночки, ребята. Давай, Олег, давай просто сейчас наглую таракнись на Максима. Да, просто вот его. Все, Олежа, просто знаешь пошали. Подробности, сколько интересно карт для этого? Всего, по-моему, три карты есть. Вот, одна в туннеле, там еще каком-то, и... Ай, промахнулся! Ой, хорош, я Леха! Я чисто в Максима. Нифига! Опа, куда собрался? Мы сейчас собрались... Что за лифтянский такой на двух колесиках? Нет! Ой, зажали ганджубасы! Нет! Валим быстрее! Как так? Ты такой мод! Вот вроде вот все уже почти на наше. И все равно, сука, вот все равно! Да капец! Вот что за лагаю, залагало! В смысле, стоп! А еще не фига! Чего происходит? Видимо, офсайд! Я взорвался! Подожди! Победа! Стой! Как? Подожди, а почему? Я же проехал. Так, видимо, какие-то другие условия. Не просто проехать, а видимо, там надо остаться, чтобы никого из красных... О, подожди! А может, офсайд был какой-нибудь? Я не знаю, ребята, что за система? Я не понимаю, что это... Это система кукиш, ее хуй где купишь? Вообще, просто... Да опять так... Я за красный. Нормально, я сделал свою задачу. Я как мяч докатился, сука, перекати поле до... Колобок, сука, полный. Колобок. Короче, раунд 8. Итак, а кто за синих-то сейчас играет? Мы все за красных, да? То есть давайте, ребята, все. Теперь мы командно играем, теперь мы должны затащить. Все, теперь просто обязаны. Мерзкую, сейчас покажем им, давай. Ай, тихо, да, Леша, уж толкайтесь-то вы, а? Опа-на! Ой, хорошо, ой, чудес. Максим, ударяй. Ой, больно. Давай, отлично, накатом его, давай. Все, просто зажимаем. Парь, не пусти, ух, нифига, нет. Куда, Олег? Да, вот просто Олег сейчас помешал. Да нет, давай, я разворачивался. Давай, Леха. А как, я же его ударил, что с ним?
Опять смотри, а вот сейчас почему-то засчитали. Вот, видишь, если ты его ударяешь, он не остановится. Вот в чем смысл. А, надо мечу остановиться, получается, да? Или что, подожди, видимо, как да. Еще раз? То есть надо просто остановиться, а так, а Макс что, не останавливался, что ли? Я останавливаюсь. Нет, в него сразу врезались и как бы не засчиталось, вот все. А-а-а, с этого, ну это капец бред был на самом деле. Блин, ладно. Ну и сейчас у нас был шанс его размотать. О, я красный опять. Да почему опять красный? Ну, а я опять за мячики играю. Что-то тут не то. Мне уже тоже надоело играть за красных. Я хочу хоть раз за синий, хоть раз за мячик поиграть-то. Нечестно так-то это все делает. Мне кажется, если Олег хоть раз за мячик поиграет, то он первый же улетит с моста из всех. Не, Неварик это так делает. Оп! Да Леха, что это? Ой, как хорошо. У нас там... Стоп! У нас чувак там на воротах стоял, но только он какой-то сонный, он пропустил просто, это 3 на 2. Ну, это не сонность называется, это называется, я знаете, по культуре не скажу, это называется слоупок. Это просто 3 на 2, нет, это 3, 2, 2. Слушай, Мамкин, что вам еще не нравится? Ой, так. Здесь по сути, ну хотя что-то красный всирает. О, ну-ка, всирает, неужели? Плюс... Да ладно, я что, за синих сейчас буду играть или что? Подождите. У меня загрузка идет. У меня сейчас тоже загрузка, так, чё... Подожди, я Олег, лучший интернет в мире, как говорится. Да, ну, мы всегда отдаем сессию на... Да, опять красный, да, почему я? А я за синих, только я не за мячик, сука. А номера у тачки-то синего Олег, цвета? Олег, давай, короче, Леху скинем сейчас. Давай, все, просто скидываем. Уже... А я не мячик, у вас вообще что-то со связью, кстати, плохо. Я не знаю, это Олег у меня. Так, а что я залагаю? Интернет, его не слышно, все, и слава богу. Раз, не важно, так. Ну, понятно. Давайте, чё, кого, сучары? Опа! Ой, мяч, отлично! Ой, давай! Отлично! Так. Ох, я хорошо его защищаю, очень хорошо. Так. Нет, чел, вот кто там у ворот? У ворот! Да! Ух, ни хрена, перевернул как! Да! Ни хрена! Я его вернул! Давай! Давай! Нет, не пущу, не проедешь! Пущу! Нет! Толкай! Нет! Ой, да, на линии! Куда вы его затолкали? Победа, ура! Отлично, мы все равно затолкались! Почему поражение? Давайте следующую карту, все, F9. Да. Бегущий трип, в кинотеатрах хуже сейчас. Да, не важно, когда он в кинотеатрах, главное, что сегодня он на ваших экранах. Опа, кстати! Такие жирные лойсики нам вверх, а мы продолжаем. По-моему, вот здесь побольше. Это третья карта, да, из всех трех, но мы вообще далеко, на самом деле, переместились от моста. Вот здесь уже... Вот здесь подлиннее. Оп! Да, ух, не хрену! Давай, мячик, прорывайся! Нет! Давай, заталкивайся-то, протискивайся! Давай, родной! Так, нужно разогнаться! Там из тебя же блочим, ребят! Ребята, меня синий. Ой! Ой! Так, нужно, блин, нет! Так, нужно разгон. Нет, так не пойдет дело. Главное здесь борьба, а это не борьба, это говно. Так-то здесь время 1.5 минуты, алё. Только удержать. А, так наше время удержать. Да, вам нужно удержать. Ясно и понятно. Это уже хорошо. Это меня радует, то, что у нас есть. Да вы вообще офигели, вы его просто зажали. Приоритет вообще. Вы его просто зажали, так нечестно. Сейчас чел его. Аккуратно. Ага, я понял, ваша тактика, господа. Так вы чё, вы просто... Скажи, я его сейчас буду бить, сука, молотом. Уйди. Он горит у вас. В смысле горит? Да давай, чувак, держись. Чувак. Нет, это очень хорошая тактика. Я уже загазовал как мог. Давай. Да кто куда? Синий, ты назад-то прёшь. Давай, 40 секунд. Сейчас загорится. Так дело-то во взрыве, который произойдет куда раньше. О-о-о, давай! Да мы почти против. Что за мясо-то такое? Я его держу! Ой-ой, что такое толкают везде? Я его держу! Давай, Тима! Да, давай! Есть! Не глохни! Нет! Он просто заглох! Какого хера он заглох? Мы только вытолкнули! Вы не сдали экзамен, приходите на следующий день на пересдачу 600 рублей! Понимаете? Мы его вытолкали! Экзамен в автошколе, просто заглох! Мы его вытолкали оттуда, мы его оттолкали! Заглохла девятка, пишет! Ой, ладно! Стартер спалил нахрен, все!
с молока какая-нибудь, знаете, больше подойдет. Капец. Ну, да. Обидно так-то, мы его почти вытолкнули, он просто... Патина была сейчас хорошая. Уже поехал! Не сгорело. О, подожди, я за мячик, нет, пожалуйста, давай, да, блядь, нет. Я за красных опять, начинается. Ну, снова начинается. А Максим за каких? Красный. Ну все, о, Макс, давай. Я буду вас нагинать. Ну конечно, конечно, конечно. Нужна такая же тактика. Нужно так же сейчас зажать просто и не отпускать. Погнали, все. А я не дам вам этого сделать так. Печь! Ух, ни хрена! Дима просто перевернулся. Опять Дима мячик, стоп, опять? Нет, куда меня переворачивают, что творится, твою мать? Так почему Дима опять мячик? Давай, давай, выезжай, выезжай, выезжай. Нет, не даем его затолкнуть, нет. Давай, 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 давай. Ух, ё, он просто и Димой пинаются. Вот ему прикол, там над ним издеваются, он там сидит. Вообще, бомбита. Давай, проезжай, проезжай, молодец. Куда ты, ты? Отлично, капец. Ура, зашибись. Мы выиграли, естественно, мы выиграем. Капец, просто я... Вам немного не хватило, кстати, этого удара. Блин, ну реально, от моста мы не так далеко ушли. Вообще просто капец, как далеко ушли. А, кто на мост... ну, так, стоп, хорош, это так-то другое. Но мы ему, естественно, помогли пробиться. Интересно, за какую команду сейчас буду играть я? Вот надеюсь, я буду играть за синих. Меня уже просто бесит этот красный яркий цвет. Я хочу... Да! Синий! Я за тоже, Олежа. Так, подожди, Макс, я за синих. Я за синий, я за красный. Подожди, только... Да, я мячик, да, я мячик, да! Отлично. Просто с первой серии. Вот Штык Олегу дали мячик. Просто мне дали мяч. Уронил Олежа мячик. Погнали. Громко плачет. Сейчас я вам покажу, что такое футбольщик. Все, Макс, давай, я подбираю карман задний. Так, давай, давай. Оп-оп-оп-оп, куда свой подрезает-то? Олег, я тебя ударил первым, first blood, так скажем, сделал. Нет! Да дай, Макс, ты куда пинаешь? Ты дай проехать. Все, блочу, блочу их. Нет, Олег, не так быстро. Да, куда ты, Леша, ты поехал, а? Ой, больно. Вообще больно. Да вы чё? Твою... Просто, куда пришел, туда и ушел. Оп, оп, оп. Нет, Олег, не так быстро. Опять тут же поймал, слышь? Опять чисто. Да блин. Максим, давай, выталкивай. Надо было маслом помазаться перед гонкой-то. Салом! С маской! Салом намазано! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Да-да-да-да-да! Протиснулся! Просто выскользнул из лап за злодеем! Почему у мечей одинаковая, блин! О, воздушный пакет дают! Ууу! Я финишировал! Я тебе должен был врезаться, ты как увидел, что я твой-то изменул, козёл? Я победил, ребята! Первая игра за мяч, я победил. Да. Ну ладно, лайк. Дали ребенку выиграть, я уж давно забил. Всё, просто первый раз. Мне уже неинтересно, я хочу порубиться. А Олегу дали мяч. Ну теперь хотя бы я понял, что это такое. Я теперь понял, каково это быть мячом, каково это, что тебя все время пинают. Каково это, что когда тебя всего и насилуют. Да, да. Не уважают. Да, Олег-то это знает уже давно и практикует. Конечно, да. Не, не чувствую. Да опять я не мяч, но я за синих. А я за красных. Макс. Красный. Отлично, все, отлично. Просто почему давай. Мне тащим. Не дают мяча. Почему? Просто это говнарь там, значит. А ладно, какая на самом деле разница? За мяча. За мяча играть еще сложнее, мне кажется. Ну за мяч-то да. За мяч-то да. Ты как центр этой игры становишься, понимаешь, за мяч, когда играешь, а когда ты за все внимание крутится нет. Чисто вокруг тебя. Воу, как хорошо! Я даже не столкнулся ни с кем. Опа, куда поехал родненький, да? Куда меня переверните? Нет, Макс, догоняй, ну не задом же ведь! Вон, чел! Нет! Очень опять быстро вас размотали. Капец! Да что ж такое-то? О, подожди! Ни хрена! Куда он полетел так? Давай, все! Вот прикол! А что было-то сейчас? Вот играть, вот оно правило игры. Как говорится, если даже мяч за воротами. Капец, просто взорвался. Видите, как это панта несчастный. А взрывается он, когда за пределы выезжаешь, мгновенно, кстати. А вы видали, как он просто переворачивался, там он тольки со шлюхи там крутил? Двойной фронтфлип. Там просто, там аксель там какой-то четверной. Да, тройной или четверной был, кстати. Капец, ребят, это вообще было на самом красиво так, смотрелось со стороны. Ой, я синих. Я тоже! Я машинка футбольная. Блин, я тоже, ну, в смысле, не мяч. Я мячом играть сегодня. О, все. Олег и Максим за синих, а я за красных, да? Да. Вот это интересно уже, интересно мне. Давайте проверим, кто же сильнее, у кого яйца крепче.
яйца, сука. Иди купи киндер себе, точнее, два киндер. Ну, я знаю киндер, давай, давай. Так, Макс, давай. Печь! Ой, ты куда меня сможешь? Давай, 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 все верно! Разгоняйтесь на него! Отлично! Все! Все! Победа! 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 Так долбоёб! Победа! Вот немного не хватило, если бы не свой же меня подрезал. Отлично. Как так можно? Отлично. Ехать прямо свернуть на меня, чтоб я сука. Просто, Макс, хороший тип. Они видят, они думают, чтоб я у меня бомбил. А у меня не будет бомбить. Просто браво. Браво, браво, браво. Силы. Мы победили. А, кстати, какой счет? Кто выиграет вообще, синий или красный? Хотя мы все время ничего меняемся. Ничего не понятно, кто здесь выиграет, ничего не понятно. А хотя все равно мы же меняемся все время командами, и все время почему-то разные команды получаются по игрокам. Дружба. Ну, это, кстати, верно, да. Опять красный. Господа, это последний раунд. И в этом последнем раунде я мячик. А шестой, так у нас же было 5. Нет, всего же раунд шестой, да, всего их, по-моему, вообще 10. А, 10? Тогда ладно. Тогда ребята, мячик. Продолжается у нас футбольчик, вот. Опять, по-моему. Мальчики похожи на качков, игра в ножички плавно переходит на... Да-да-да-да-да, футбольчик, футбольчик, господа. Все-все-все, хорошо, Леша, успокойся. Заткнись нахуй! Потому что, Алёша, можешь забить мячик, ни разу никого не... Да как же так? Ну как же так? Почему мы так быстро впустили-то тебя? Я в суху, я мастер этих игр, вы чё? Никто не поймал, но я забил, да, всё верно написано. Знаешь, почему он выиграл? Почему? И не лобилку, он спел песню «Футбольщик», мальчик походит на качков. Да, песня делает своё дело. Чисто за этого затащил, ну понятно, да-да-да. Это командная песня. И мне кажется, если я забил мяч, то я должен быть еще, по идее, снова мячом. Как бы по правилам вообще. Это нет, это если бы мы играли в маньяка, то ты был еще раз маньяком. А это футбольщик. Это другое, другое. Ну я помню еще, Леша, вот если мы с тобой зайдем в наш old school на каналах, у нас была серия еще. Я помню, да. Я помню эту серию. Помню серию, там был футбольчик тоже, но там две команды и что-то там другое мы толкали. Там еще были грузовики всякие. Да-да-да, ну там, блин, помню. Так, по-моему, там была... О, подожди, за синих! Да, нет. Я за красных. За красных тоже. Блин, а я за синих только... Вот кто мяч, мне интересно, вот кто мяч? Ну, я не мяч, к сожалению. Мамы, панталоны, вы посмотрите на мои панталоны! В смысле? Панталоны, Сильвестр, панталоны, блядь, давай! Эй, Лёха, посмотри на свои штаны, это панталоны! Я вижу, Сильвестр, панталоны! Так, есть тактика, смотрите, сейчас сразу троих. Опа, на! Просто, как и обещал, сразу троих! Поймал. Как и обещал. Мужик сказал, мужик сделал. А куда поехали? Опа-па-па! Троих застопорил, нифига, прям всех почти... Нет! Нет! Врёшь! Врёшь, не пройдёшь! Врёшь, не дам пройти! Давай, ну протискивай! Ой, куда? Нормально он припарковался, да чувак, давай, вообще. Ты протискивайся, ну давай! Поджимай! Давай! Я ждал момента, чтобы это сделать! Просто бедная панта! Вот, я сам застрял! Меня самого зажали! Не могу выехать! Во-во-во-во-во-во! Игра! Лёха, сейчас прорвётся! Нет, прорвётся, ответит опера. Опа! Ни хрена, кого я так пытался? Давай! О, чувак, у вас чувак перевернулся, вас... Нет! Давай, ну протискивайся, ты синий! О, это что за сальтоха была? Причём на колёсах? Держи, козла, держи! Давай, ну уже, брат, ну протискивайся, Лёха, ты отлично, куда? Отлично, опять держим. Своим жирным тазом же сюда. А меня какого хера держит? Нет. Держи. Давай. Вырвется. Ну давай, ну же. Я его держу. Ну почему, сколько? 30 секунд остается. Давай. Бедная просто панта. Он уже дымится, бедненький. Так, подожди. Нет, в туннеле прикольно, здесь можно легко зажать. Ломай его полностью. Ну все, тут уже победа ваша, потому что 10 секунд остается и... Даже бы если он вырвался, он бы ничего не сделал. Ой, как... Капец, просто. Была у него, был шанс, была попытка. Но, к сожалению, раунд за вами. Свистнул судья. Судью намыло, в общем-то, да, ребят?
Так, это стоп, подождите, начисляется там денежка. 10 кусков! Последний раунд. А вот это последний раунд. Дорогие друзья, что... Что вы поставите нам большие пальцы вверх, подпишитесь на наш канал, если еще этого не сделали. С вами был Филиппин Такс Coffee White, до скорой встречи, всем пока. И не забывайте писать, как вам новый режимчик. Да, ребята, всем пока-пока. Адьос, амигос, друзья.